Всем привет! Показывает и рассказывает Злада ТВ. Подписываемся на нас, комментируем и ставим лайки. Меня зовут Зубенков Андрей. Поехали! Форвард Барселоны Антуан Гризман вспомнил, как проходило начало его карьеры. «В детстве я пытался попасть в 10 французских клубов первого дивизиона, но никто так и не взял меня или из-за моего роста, или из-за моего уровня. Никто не дал шанса проявить себя. День, когда Мец не взял меня, был очень тяжелым. Они позвонили моему отцу, чтобы сказать «нет». Я поплакал несколько дней в своей комнате», — рассказал Гризман. «Теперь обсудим эту новость. Я как тренер скажу, никогда нельзя отчислять ребенка, который болен футболом, и футбол вся его жизнь. Если даже он слаб, как физически, так и в футбольном плане, то все равно нужно такому ребенку давать шанс, так как никто не знает, в кого он вырастет в будущем, а будущее его все равно будет связано с футболом». Гризман один из тех, кто жил в детстве футболом и стал футболистом топ-уровня, и играет сейчас в лучшем клубе мира – Барселоне, и за одну из сильнейших сборных Франции. Так что давайте шанс любому ребенку, для которого футбол – это жизнь. А прав я или нет, время покажет. А на этом у меня все. Пока.